Ну вот мы уже на ближних подступах к Утришу. Вот он, остров Утриш с маяком. Это практически единственный остров в Черном море, в котором можно, на который можно доехать на колесах. Дмитрий, вы чувствуете, какая вот ответственность у вас на колесах доехать до острова Утриш? Чувствуете свою ответственность? Конечно. Именно поэтому даже я ее чувствую еще больше. Вот, ведь, вот. Ведь мне доверили это не первый раз. Уже, да. Уже знаю, что могу. Вот сейчас почувствовал. Михаил, впечатление? Отличное впечатление, отличные были колеса. Хорошо доехали, быстро, без проблем. Нет, все отлично. Программа начинается, развлекательная. Программа только начата. Да, все только в самом начале.